Здравствуйте, дамы и господа, с вами опять Серега, мы продолжаем играть в Dying Light. И я тут, пока между серий бегал, я залез вот на какую-то... На какую-то колокольню. Нашел здесь чертеж. Чертеж называется «Ну что, суки, не ждали?» В самом деле, так вот. Электричество добавляет к вашим ударам слабый электрический разряд, добавляет слабый отравляющий эффект к вашим ударам. Да. И плюсом здесь скрыл фиолетовый сундучок. Со сложным нашел флаг вот здесь. И у меня вроде как есть задание. Есть не задание, вернее, ачивка есть такая здесь. Высота, да? Вы только посмотрите, какие пейзажи. Какая красота все-таки. Круто. Нужно туда-сюда перемещаться между этими двумя башнями. Высоковато. И с такой высоты... вот мы вообще ни одного зомби не видим. Смотрите. Машинки видно, да, и теоретически мы могли бы увидеть зомби, но как-то вот так вот здесь все устроено. И я думаю, что нам надо будет по этой ачивке, нам надо ночью прыгнуть вот с этого моста куда-нибудь в воду. Только куда? Пока светло, вот я залез посмотреть. И можно, например, вот прям туда скакануть. Ну, чё бы нет. С такой высоты никакое... Никакая вода не спасет, мне кажется. Ну, в принципе, все круто. Осталось дождаться ночи. Время у нас 13:54. Можно, конечно, спуститься вот на эти опоры. То есть я вот там везде все. Лес. Различные там маршруты есть. И забрался. Ну давайте, здесь, ребята, мучить вас не буду вот этим вот беготней вот этой здесь по кругу, да, поэтому я, собственно, вот на этом немножечко прервусь, дождемся наступления ночи и попробуем с вами все-таки скакануть, с этого моста. ...27 ловкости дают за то, что на канате прокатился, прикольно. Ладно, ребята, все, сейчас ночь наступит, и мы с вами прыгнем и уже побежим выполнять дальше задание сюжетное. Вот нам нужно будет отдайте Альфе ультрафиолетовые лампы. Это задание, по которому нас посылали, то есть нам нужно было сначала ночью отправиться к позорному мосту, где мы сейчас находимся, собрать все работающие лампы. Пока я их собирал, здесь бегал, скакал, наступило уже утро, и вот весь там вот этот день, да, там 14:09, да? И я, собственно, пытался забраться. И нам нужно будет вот эти лампы, которые я собрал, отдать Альфе. И мы продолжим уже вот это задание, договор с Раисом, да, проведайте Брекена. Там в хедквартер, в штаб надо будет зайти. Ну, на том, на чем мы прекратили, собственно. Ну все, ребята, давайте сейчас я ночи дождусь и продолжим на этом. Итак, ребята, у нас наступила ночь, мы продолжаем. И куда прыгать не видно, ни хрена. Хоть глаз выколи. И поэтому мы на заранее облюбованное местечко. Куда-нибудь вот сюда. И надо будет как-то нам скакать. Ну, с Богом. Аллилуйя! Ю-ху. 200 очков нам дали.
200 очков нам дали. Там поверху эти мрази бегают. Я надеюсь, тут ночью ничего не плавает. А что я хотел получить, да? Ачивку. Тут что такое? Хотел я получить ачивку. Типа прыгните с моста, все дела. Но так ее и не получил. Вход в безопасную зону. Подождите, в какую? А. Ну, отлично, мы сейчас до утра здесь покемарим. Мужик тут ночью рыбачит. Вообще молодец. Что происходит? Барышни. Ладно, мы с вами потом разберемся. У нас сейчас главное самое доставить нам надо. Тут прям куча. Куча вопросиков. Полночная невеста, бинокль, ядовитые травы, водоросли. Что ты будешь делать? Сколько всего? Давай торганем. О, двуствольное ружье. Ну, двустволка у нас есть, уже валяется. Винтовочный патрон, пистолетный патрон, ружейный патрон. Ружейный патрон. Ладно, окей. Пистолетный. Нет свободной ячейки. Вот что за фигня такая? Аптечки. Марля, военный метательный нож. Урон 137. Прикольно. Давайте возьмем. Пусть будет. Клинок, пистолетный патрон, марля. И вот это двуствольное ружье. Прикольная вещь, мне кажется. 1576 очков. Огневая мощь. Прикольно. Но, ребята. Так, продать все. Вот это тоже все можно продать. Задира, чемпион, паладин, берсерк титан, крестоносец, вышибала, джаггернаут. Увеличивает срок службы холодного оружия. Первый уровень. Хм, прикольно. Улучшает баланс первый уровень вашего холодного оружия. Нахрен. Все выкидываем. И рецептов-то никаких не продается. Все, погнали. Метра. Ни черта не видать. Здорово. Здорово. Так, вот рисковать, конечно. Ну погнали, где наша не пропадала. Так, у нас же есть там УФ фонарь. Вот так сделаем. УФ фонарь. На бегу можно оглядываться и подсвечивать. Погнали, еще аирдропы. Ну вот. Что бы я точно не хотел, это сейчас бегать и собирать вот эти все аирдропы. Вот цветочки. Какие-то ядовитые лишайники. Так.
обратно идем. Ох ты ж, блин. Ой, эти сейчас орать будут. Идем. Вроде все хорошо. Отлично. People are counting on you to help them out. Please. Не стой столбом, займись делом. Ну давай, чувак. Something. Get in line. We're already swamped. I brought you something to brighten your mood. My lights. You got the bridge lights? Неужели с моста снял? Ну как? No, нет, не отвечай. Это меня не касается. And none of Brecken's either. You just tell him you found him in a shoebox. You're my ace new partner, Crane. I'm gonna take care of you. Tomorrow night we're gonna be a lot more secure. Мы с вами красавцы. Лучший паркурщик. Поговорите с ракетой. Поговорите с ракетой. Давайте поговорим с ракетой. Великолепная бейсбольная бита. Аэрозоль, жестянка, клинок, аптечка, изолента, отмычка, щит. Вот щитов вагон. Так, где-то внизу у нас там стоит. Где-то внизу стоит. Нет, все-таки надо до утра. Надо поспать до утра. Все, спим. Отлично. Ночной выживший. Незамечен. Плюс 4640. Прекрасно. Погнали, посмотрим, что там за ракета у нас такая. Опа, круто, да? Ни хрена, она там выпадает. Привет. Crane, how's the tower's best runner feeling today, huh? Ready for a rematch? I'm surprised you're asking. Racket, was it? Racket, right? Rocket. It's Rocket. So, Crane, let's do it again. Same rules. По тем же правилам. All right, Rocket. Мы с ним бегали уже разок. Давай, доберитесь до 4 отметок за отведенное время при помощи кошки. Ну, погнали. Вот это я зря сделал. Первая отметка. Ну, погнали. Да куда ж вы там? Ну, ничего не понимаю, куда бежать. Отлично. Ну, пропустите, да что ж ты? Прикольно, не успел. I am the best. Я лучше. In your face. But you should totally keep trying. Это я туплю. All right, Rocket, prepare to eat my dust. Давай-ка еще разочек. Поиспытываемся. Ну.
Ну, бежим, 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 бежим. Не спим. You're good, for sure. But everyone can be beaten. See you next time, Crane. 1000 ловкости нам дали. Классно. Все, погнали в здание. Погнали в здание, посмотрим, как там у нас Брекен поживает. Тут что-то непонятное. Погнали к Брекену. Давайте задание посмотрим. Задание. Договор с Рейсом. Проведайте Брекена. Это то самое здание, которое мы еще не закончили. Не закончили. Договор с Рейсом. Джейд сказал, что на 18 этаже вспышка болезни. Мне нужно срочно доставить в башню остатки антизина. Антизин мы ей отдали, нам нужно проверить, как там Брекен. Пойдемте глянем. Хеллоу. Есть кто дома? Чувак что-то подвис. This is where we get the announcements about the antizin drops. And they just stopped. There were kids in there! I froze. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa, hang on a minute. Brecken, these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. Да, у чувака нервный стресс, срыв. Там что на самом деле? Finally, I get to do some actual good. Может быть, Рейсу башку проломить, что-нибудь хорошее сделать. Найдите уединенное место на крыше. Чувак, ты как? Норм? В коматозе такие все ходят здесь. Погнали. Повыше заберемся. О, кто это у нас тут? Наш маленький друг. Рахим? Рахим, what are you doing up here? Hey, Crane. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? The scout found a volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. Прикольный план. If we planted some explosives. Oh, Jesus, Rahim, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antizin. It would work. We make a good team. Ah! Shit, oh my... Ah! Don't drop me! Don't drop me. See?
Told you we make a good team. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. У чувака наполеоновские планы. Ладно, погнали еще выше. Чувак там не слышит, не видит. Как мы тут будем связываться с ВГМ? We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryza's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizin, and then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. Like, I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Прикольно. Прикольно складывается обстановка. Так, а я... This is Jade. Do you copy? Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so the short version. I need your help. Ryze has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antizin. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Конечно. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay, and listen, Jade. If we don't find that antizin, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Да, с Джейд надо будет поговорить. Сказать ей, что мы из ВГМ. И сказать, что всех ожидает большой северный зверь. Под названием Писец. Джейд знает, где раздобыть антизин. Мы встречаемся с ней в одном из вагонов неподалеку от школы. Попробуем, конечно. Но что-то я сильно сомневаюсь в успехе данного мероприятия. Если честно, уж совсем. Что ты не можешь, что ли, падать по-человечески? Свободен. А ну-ка, как мы через толпу пройдем? И нас ни разу не укусили, мы молодцы. Прям мега. Мега паркур. Ха-ха-ха. Хоть. Просто. Паркур зашкаливает. Хоть. И уже подустал. Чувачок, надо бы отдохнуть чутка. Погнали.
классно, вот этот навык, который позволяет увеличивать высоту прыжка. То есть перед приземлением нажимать надо, успевать на кнопочку C. Си, буковку. И он всякие штуки делает разные. То кубарем прокатывается. Пошли, типа, поможем по-быстрому. Что ты? Вот так вот. Как ты тут, чувак? Норм? Ну? Спасибо! Спасибо! Я был так скажен. Когда я слышал их... О, нифига, там самолет прям. Что ты пугаешь? Come here. You should see this. Something is going on at the school. Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. If it's answers in, we need it. А прикольно, если окажется, что взрывчатка. И тогда мы сможем подорвать гнездо. Как она меня уронила. Я думаю, тут будет любовь. О, пленных привезли. Jade, where? Shit. Ребятки-то с огнестрелом. У меня были патрончики, но... Готов. У меня были патрончики на винтаре, но я их все расстрелял, пытаясь отбиться от... Бичевка. Айо speaking. Just wanted to remind you to not be playing heroes in the dark, huh? Get back here or find a safe house. You've got about one hour. Так, а как мне туда пройти? Опа. Тихо. Подожди, мужик. Докидываем. Damn it, bolted shut. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it.
как вот по стенам-то бегать научился, а как прыгать непонятно еще. С другой стороны был вход в подвал. Another dead end. Okay. Shit. You'll have to come in the way I did. I just hope we can find another way out if we have to. Head for the outbuilding on the roof. Какая-то жесть. Так, замечательно, составная бита. И куда? Отлично. Погнали. Видел Тахира в школе. Он и его люди вытаскивали наружу кучу всякого добра. Что они задумали? Хуже того, они казнили нескольких гражданских, хладнокровные убийцы. Теперь мне нужно как-то проникнуть внутрь и надеяться, что там есть антизин. И я думаю, ребята, на этом мы с вами будем заканчивать. Эту серию прервем и уже продолжим в следующем. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте ставить пальцы вверх, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Серега. Всем счастливо, всем пока.